Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить чечевицу на кокосовом молоке. Первым делом нам нужно прогреть специи. Поэтому раскаляем сковороду, отправляем в нее пол чайной ложки карри, немного чили, можно взять сушеный или свежий перчик. Не бойтесь его добавлять, кокосовое молоко его слегка нейтрализует. А еще добавим немного цедры. Можно потереть лимонную, а у меня сушеная апельсиновая. Прогреем их вместе буквально пару минут, а пока мелко порежем лук. Отправляем лук в сковороду и обжарим его до мягкости. Очередь самой чечевицы. Я ее замачивала на ночь. Если вы этого не сделали, тогда ее нужно предварительно отварить до полуготовности. Отправляем ее к луку. Наливаем стакан кокосового молока и будем томить до готовности чечевицы. Кокосовое молоко придает легкую сладость. Прекрасно сочетается с карри. Также идеально сюда вписывается чили, придавая небольшую остроту. За счет лука блюдо получается очень сочным. На завтрак просто идеально.